Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, что-то я запозднился с видосом, прекрастинация какой-то, заболел, но не суть. И вообще, прекрастинация — классное слово, вот недавно услышал его значение и понял, это же про меня, ребят, это же про меня. До этого я был немножко тупеньким, ну и сейчас, в принципе, тупеньким остаюсь. Я не знаю, уже пятая попытка записать это видео, но я вначале постоянно несу какую-то дичь, потому даже не буду пытаться что-то вырезать и начать заново его записывать. Усаживайся поудобней, не забывай про пельмени, пельмени — наше все. Пиши в комментариях, что ты кушаешь во время просмотра видоса. Не забывай ставить свой княжеский лайк, а у нас сегодня прокачка пепельной Матроны. Да, я знаю, это не особо интересно, да это я и пойму по просмотрам, но тем не менее надо шевелить булками. Почему? Изначально у меня было в планах, после того, как я выбил всех этих новых героинь, в том числе и мисс Магию, думал, ну, разделить удовольствие, растянуть его, потому что, как бы, если все самые интересные видосы опубликую, то потом опять вот так вот делать. Да, и не забывай про заявки на роллинг от 50 тысяч силы, там в описании найдешь ссылку, где оставить заявку. Ну, не суть, думал растянуть удовольствие, как бы вкидывать вам видосы по поводу прокачки яйца, еще какие-то другие видосы, но не получится, и придется в ближайшие дни все манипуляции со своим основным аккаунтом взять и закончить. Почему? Потому что у нас Нарсия, регистрация идет, через полтора дня эта регистрация закончится, и, соответственно, я должен зарегистрироваться, но сейчас я не регистрируюсь по той причине, что как бы я хочу, чтобы там участвовала мисс Магия, и как бы мне, по сути, за полтора дня нужно там записать вот про Матрону видос вам выложить, про мисс Магию выложить видосы, и как бы, а еще роллинги есть записанные, да, я у ребят записывал роллинги, там такие суммы сумасшедшие, самоцветов по 100, по 130 тысяч. Ладно. Ну ладно, я вас просил уже княжеский лайк поставить, не важно, даже если не поставил, все равно тебе огромнейшее спасибо, и да, не забудь подписаться на телеграм-канал, я туда сегодня специально для тех, кто там, выложу веселое видео, связанное с этой маской, вот такой вот легкий байт, вас туда подписаться, потому что это важно, потому что я туда выкладываю видосы, я туда выкладываю стримы, и, по крайней мере, те, кто сидят в Телеграме, они не пропускают начало стрима, они не пропускают момент, когда выходят видео на канале. Ну, по крайней мере, те, кто не отключает уведомления. Ладно, ну и чё, я зря там для кого-то голосовухи записываю, не суть. Мисс Магия, хотелось бы мне ее сейчас прокачать, но мы будем прокачивать пепельную Матрону. Почему пепельную Матрону? А вот потому что, запариваться по поводу ее прокачки тоже не буду, потому просто... О, головой с моста. Так, давай, вот это вот быстро мы сейчас все раскидаем. Избавим наш склад от мусора. Да, ребят. От мусора. Есть. Так, и давай, давай, ну уже быстрее заканчивайтесь. Е, бэйби, е. И да, все, мы это сделали. Дальше, золотые слизи. У нас тут сразу же десяточка, друзья. У меня 35 тысяч самоцветов. Я думаю, эти 35 тысяч самоцветов я оставлю для пепельной... Фу, ты не для пепельной, а для мисс Магии. На пепельную Матрону. Короче, не буду я тратить много ресурсов, друзья. Ну, как бы стандартно давайте и выбьем огненную защиту, прокачаем. Я уже даже не помню, я на нее снимал обзор, но я уже даже не помню, что она делает. Может быть, ей огненная защита и нафиг не нужна. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, даже неинтересно читать. Давайте просто стандартно. Стандартно поставим огненную защиту. И пойдем ее дальше качать. Мне она больше для судьбы, друзья, нужна. А можно приколоться и вообще какой-то новый талант поставить. Не знаю. Чаша вампира. Увеличивает атаку на 42%. И скорость атаки на 21%. Восстанавливает здоровье, равное 30% атаки, когда герой наносит успешную базовую атаку. Слушай, давай, гуляй, рванина, давай поставим. Жить она, конечно, не будет. Единственное, мне хочется посмотреть, сколько у меня камушков осталось. Могу ли я прокачать это все дело на максимум. В любом случае, если мне когда-нибудь Матрона
понадобится, Матрона понадобится, друзья, я могу 5 раз ей талант поменять. В этом нет проблем. При том обилии ресурсов, которые у меня присутствуют на аккаунте. Да, надо, кстати, ништячочки открыть. Подожди. А где эти все камни-то? Ёб твою дивизию. Опа. А, нет, все норм... Ой, слушай, да нормально. Нормально у меня все. Я-то боялся, думал, ой, там, типа, десятку не смогу прокачать. Я вообще всем там почти десятки могу прокачать. Это мы тоже открываем. Так, это мы открываем. Что у нас тут? Вот это мы открываем. Это мы, конечно же, открываем. Это очень важно, друзья. Так. Это открываем. Тут что? Сундук защиты? О, боже. О, боже. Прям весь теку. Ясно. Так, отсюда что выпадет? Стандартное говно. Так. Это тоже неинтересно. Но... Хочу отсюда получить осколки колдуна, но фиг их получу. Конечно, лучше же, как говорится, берсерка. Так, 20 тысяч кулачков капнули на мой аккаунт. Мы не останавливаемся. И давай сразу на максимум. И что у нас на 10-м? Кстати, я заметил, вот чаша вампира достаточно часто падает. Вот я там вчера тоже обратил внимание. Увеличивает атаку на 110% и скорость атаки на 55%. Восстанавливает здоровье, равное 100%. Ну, как бы она все равно не выживет. Потому что уклонение по полной программе я и ролить не буду. По той причине. А по какой причине? А, ребят, по той причине, что буду экономить самоцветы. Бля, надо опять эти книги потратить все. Они мне тут мешаются. Буду экономить самоцветы, чтобы у меня было максимальное количество самоцветов для мисс магии. А вот если уже потом останется что-то, я, конечно, этой дурынде возьму что-то и прокачаю. Почему бы и не да. Мы медленно, но целеустремленно продвигаемся к первой эволюции. Так, силушка. Ух, когда мисс магии качну, тогда силушка у меня хорошо прибавится. Так, просвет не останавливаем. Оп. Так, окей. Какие-то моменты буду вырезать, так что вы там, если что, не удивляйтесь. Просвет еще раз бьем. И сейчас просто заходим и делаем ей первую эволюцию. Почему бы и не да? Вот давай сразу этих... О, слушай, дорого. Нам так много не надо. Ладно, давай поэкономим. Это сколько у нас получается? Вот, 20 нам хватит еще надолго. Так, первая эволюция пошла. Можете меня с этим сейчас, ребят, поздравить. Так, золотая книжка. Тратим как не в тебя. Как не в тебя тратим. 140, 160. Есть, друзья. Продолжаем качаться. Снова просвет. Снова качаем просвет. Так. Оп, 180 и... А, ну да, сейчас нам надо 185, чтобы сделать вторую эволюцию. Вот, все, она готова. Она вся... Так, потекла, окей. Вторая эволюция. Все. Хопа. Сейчас на максималку прокачаем, потом сможем прорыв долбить. Прорыв. Ой. У меня все закончилось. Что делать? Ой. Ну и вот, как бы смотри, сейчас мы берем и ее делаем максимального уровня. Теперь нам просто остается докачать просвет. Это мы сейчас благополучно осуществим. Правда, золото тоже расчехлим, потому что оно понадобится для прокачки судьбы. Так, смотри. Оп. Просветик. Да, мне не хватит до 100 уровня. Слушай, у меня закончились камни. Вот это поворот судьбы, друзья. Кстати, у меня что вообще с микрофоном происходит? А, все нормально, если я слышу, то я начал запись видоса, а звук... Звук, как обычно, не проверил. Ясно. Так, смотри. Оп. По красоте. Все.
сотый просвет, не знаю, эмблему ей. Эмблему, давай, какого-то священного... Священного огня. Вот. Это ей все равно не поможет. А, ну что? Ну что, друзья? Давай быстренько ей теперь долбим прорыв. Воспламенение. А, пока что как допу. Авто. Вот, до 10-го. Ну что, друзья, мы видим, как благополучно докачивается прорыв до 10 уровня. Так, оп. А, я вас забыл попросить. Я забыл вас попросить, друзья. Напишите в комментариях, что бы вы посоветовали. Как бы вы посоветовали бы собрать мне мисс Магию. И, кстати, приходите сегодня на фан-стрим, друзья. Вот, буду вас ждать. Так, окей, атрибуты, все. Ну, знаете, что вообще мне нравится? Мне нравится, как она выглядит, это первое. Во-вторых, мне нравится, как отображается этот новый талант. Ну, посмотрите, вот картинка у него стильная. Я не знаю, в каком обновлении его добавили, то ли сейчас, то ли в прошлом обновлении. Ну, как бы симпатичненько он прорисован, симпатичненько он выглядит, так и яркость, фиолетовые тона. Ну ладно, мы не останавливаемся, хватит балаболить. Здесь мы прокачали, пошли ей делать аугментацию. Снаряжение и как бы сюда. Все равно хотелось бы ей, знаешь, какое-нибудь уклонение вкачать. Достаточно неплохое, да? Но, блин, самоцвет это не резиновый. Вот, самоцвет это не резиновый. Аугментация. Самоцвета не резиновый. И как бы хотелось бы их сэкономить для прокачки, прокачки такой девочки, как мисс Магия. Ну, не знаю, давай тогда смесь какую-то точность. Вообще думал, вообще просто по минимуму самоцветы потратить. Оставить только, ну, просто пятерки ставить. Вот, и не париться. Но сейчас давайте сделаем смесь уклонения и точности. Вдруг когда-нибудь где-нибудь этот герой пригодится. Он что-то мне даже и точность не падает. А обычно она, знаете, как последняя какашка вываливается. Так, слушай, зато уклонение падает. Давай. Так, крит. Смесь из двух, скажем так, созвездий. Ну, что-то как-то дешево. Я смотрю, у меня все равно не выходит. Ну, давай, дружище. Эй. Эй, шей. Так, жизнь. Так, уклонение. Точность четвертая. Что ты будешь делать, а? Жизнь. Издевательство какое-то. Четвертая точность. Пятая крит сопротивления. Крит сопротивления. Ну, слушай. Я, походу, при любом раскладе сейчас восру все самоцветы. И это, конечно, грустно будет. Ну, О! Уклонение выпало. Ну, хотя бы так. Давай дальше. Атака. Уже до сих пор не было ни одной пятой точности. Ну давай, дружище. Крит урон. Не то все. Самоцветы тратятся. Пятая точность. Давай оставляем. И за 450 скидку активируем. Чё уж тут поделаешь. Да, вот у меня как раз одна скидочка останется для леди... Господи, мисс Магия. Назвали так назвали. Снаряжение, созвездие, давай. Ну. Не нервируй меня рандом, пожалуйста. Крит сопротивления. Ни точности, ни уклонения не падает. Сволота такая. А, ну, нормально, пускай так. Ну и карточек у нас много, здесь можно не париться. Сейчас что-нибудь выловим. Давай. Уклонение четвертое, не то. Точность пятая. Не, давай ей все-таки уклонение выловим дополнительно, потому что как бы она будет очень-очень сильно получать... О, уклонение и точность, смотрите, уклонение и точность. Давайте так и оставим. И ей, не знаю, еще раз говорю, она как бы качается больше для судьбы, но а вдруг где-то... Она пригодится, ребят. Вдруг она где-то пригодится, потому давайте все-таки по возможности как-то ее
А, слушай, у меня, может, священный суд есть? Какой-нибудь, не знаю, пенек и священный суд. Хотя священный суд пятый, нет, лучше для какого-то полезного героя ставить. Что-то я туплю. Так, давай снаряжение поменять. Давай. Ну, что ты нам тут дашь? 4000 коробок. Очищающий удар. Передача энергии. Смертный приговор. Казнь. Пятая. Дает 25 крит шансов в бою, когда проходит критический удар, наносит 380 чистого урона вражескому герою самым низким. Чистого урона. Что, не знаю. Дай-ка еще раз почитаем, что она вообще делает. Наносит общей сложности 1680 урона от атаки максимум 10 вражеским юнитам впереди по прямой линии. Этот герой имеет базовый 10% шанс крит удара. Когда герой выполняет обычную атаку на 4 секунды, его крит урон превышает в 1,5 раза, и он получает иммунитет к... Слушай, а пускай она с ним бегает. Нормально, там крит, здесь крит, и все. Ну, как бы, процент того, что я ее буду активно использовать, равен, конечно же, нулю. Ну, а если что, если вдруг наверняка и запляшут облака, мы, конечно же, пересоберем ее. В этом проблем у нас, ребят, не будет. Сейчас мы качаем судьбу. Так, открываем золото. Качаем судьбу, ну и судьбу качаем, насколько это возможно. Так, куда ты делась? Ты где-то, наверное, в конце. Дура такая, вот ты где. Судьба, давай. Так, повторочки, окей. Не останавливаемся. Кстати, должны уже вроде как бы значки почета закончиться. Пришло время им закончиться, друзья. Давай, 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 оп. Летим дальше. Так, у нас уже лям 25 тысяч силы. Вообще замечательно. Потом, смотрите, еще мисс магию как прокачаю. Ух, будет хорошо. Так, давай, опа. Не останавливаемся, летим. Так, у нас уже 68-я судьба. Слушай, 71 тысяча у нас. Мы ее сможем, по идее, далеко прокачать, но, опять же, крутые камушки не хотелось бы тратить на нее. Так, давай, не знаю, 40 купим. Окей. Окей, давай. Оп. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Блин. 3 из 7. У меня этих камней-то почти нету. Слушай, ладно, пофиг. Не буду изменять традициям. Давай, долбим. Все, закончилось. Окей. 95-й. Слушай, ну этих камней реально не хватает. Этих еще дофига. Вот этих с этими, конечно, проблемы. Интересно, благодаря ей судьба у кого-то повысилась? О, смотрите-ка. Я могу прокачать на сотую... Ну, короче, полярного лиса могу прокачать на максимум. А может быть, я и мог, просто у меня не хватало ресурсов. Ну ладно, ладно, ребят. Так, это мы что делаем? Это мы забираем сюда. Короче, с этими камнями проблема. А их, как вы понимаете, просто так не получить. Вот эти вот камни, да, нужны. Их так не получить. Проблема. Ладно, так, что у нас по прокачке-то? Лям 26 тысяч силы с половиной. Эту дуру мы вроде бы прокачали везде, где могли, друзья. И это на самом деле хорошо. Нам остается, друзья, прокачать мисс магию. Вот, пишите вообще, как ее лучше продолбить. Слушай, давай поржем. Как ее, короче, лучше собрать? Ну, а сейчас мы поржем непосредственно с нашей новой... Тёлочка, давай выпустим ее в рейде, посмотрим, как она эпично сразу откинется. Опа, о, даже еще не сразу откинулась. Ее застанили, ничего не может сделать, извините.
Так. Ну давай. Докажи всем, что типа женщины могут быть самостоятельными и независимыми. Нет, не доказала. Ладно, короче, это такое вот видео расслабляющее, непонятное. Наконец-то прокачал. Смотрите, у меня по сути сейчас не хватает только двух героев, и они донатные. А все герои, которые можно выбить за самоцветы, они у меня появились на аккаунте. Еще раз вам пожелаю огромнейшей удачи. Большущее спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Огромное спасибо тем, кто оформляет спонсорские подписки. Прям, ребятушки, от души, не знаю, пишите, как благодарить-то мне спонсоров. Всем пока.